Фух, наконец-то этот мелкий уже от меня съехал. Сейчас можно взять и свое удовольствие сесть на диванчик и посмотреть телевизор. Ну и штырит. Зря у деда тачку спер. Ладно, зато успел и приехал. Это что за звук сейчас был? Ой, ну только не он, зараза мелкая. Может, я сейчас потихоньку уйду просто от него. Привет! Ладно, пока, карапуз. Здорово, бро! Что тебе надо? Ты что приперся-то ко мне? У меня новости. Мой любимый певец приехал. Певец приехал? Слушай, у нас же деревня дураков. К нам никто не приезжает никогда в жизни. Он купил у нас дом. Что? В смысле у нас дом? У кого у нас? Это мой дом, слышь. И никому я не продавал. Ну, не у нас. А у нас? Ну ты понял. Ничего я не понял, малыш, я тебя вообще не понимаю, если честно. Го в гости. Слушай, я тут просто делами занят. Нет, давай сам как-нибудь. Он нас ждет. Я записался. Черт, он уснул. Может быть, я его вынесу как-нибудь. О! Ладно, давай пойдем посмотрим, что там за певец-то такой. Но только на секундочку, я реально занят, у меня жесткие дела. Это что за тачка, малой? Садись, открою дверь. Давай. Ничего себе, драндулетка какая. Давай, сел. ПКМ, дурак. Да ты меня еще учить, что ли, будешь? Слышь, малой, все хорошо, сажусь в тачку. Где этот певец? Давай уже показывай. Не дай бог, это будет что-то фиговое или что-то странное. Я тебя урою, малой, вот знай. Че? Как тебе? Дом из золота! Реально, слушай, дом из золота, нифига себе, это чей такой дал... Да ну нафиг! А вот и он! Сейчас сознание потеряю! Тихо-тихо-тихо, малой, я тебе сейчас кирпичом бошку пробью. Ну-ка, дай посмотреть. Ты тут разорался! Да ну нафиг! Извините, а вы кто такой, извините меня? Кто, блин, такие? Как, я не понял. О, здорово, мужики! Здорово! Это как я тебя? Мужик! Просто привет! Моргенштерн? Извините меня, пожалуйста! А у вас просто дом приятно такой золотой? Приятно познакомиться! Нам тоже приятно! А что это вы тут собрали у себя? Малой, ты чего? Малой, вставай! А что у тебя с малым? Он что валяется-то? Я не знаю! К нам Моргенштерн приехал! Ты что мне сразу-то не сказал? А я и не приоделся, я в футболке в какой-то... Извините! Я тебя обожаю! Год детей! Извините за моего малой! Совсем дурак! Извините, извините, извините! Он просто сознание от вас теряет! Он ваш фанат, поклонник, вы посмотрите на него. Малой, ты чё? Да, я уже понял, у меня весь мир таких. Весь мир прям? Нифига себе. Конечно. А я-то думаю, чей такой золотой дом? А это Моргенштерн. Капец. Именно. А я еще видеоблогер, я ролики на YouTube снимаю. Я, в общем, сейчас тоже вас мне в кадр... Мне это не интересно. Меня это не интересует. Так ты же тоже блогером был раньше. Кто было раньше? Сейчас я... Бизнесмен. Бизнесмен, нифига себе! Малой, ты не зря меня в этот раз вообще привел сюда. Я-то думал, ты опять фигню какую-то придумал. Самый новый, самый свежий, самый дикий, это факт. Плюс. Всегда мечтал. Малой, ты чё хоть? Я тебе сейчас... Подождите, стойте. А? У меня L-проблема. Какая проблема? Это что значит L-проблема? Ламба. Чё? Или... Ферра. Чего? Малой, ты чё? Ты чё, карапуз, куда? Извините, извините, я просто извиняюсь, дико, я с ним разберусь обязательно. Я ему кирпичом башку пробью, я ему уже пообещал это сделать, капец, нифига себе, вы богаты. Вы же понимаете то, что со мной лучше не связываться? Конечно, понимаем, тогда мы пойдем, ладно? Машину верни. А, машину. Вот же он, все, вернул, только покоцал, наверное, чуть-чуть. Сейчас я проверю, не дай бог, хотя бы одна царапинка. Тачка, топ! Малой, малой, кажется, у нас будут проблемы из-за тебя, сынова. Я фары разбил. Все 5. Откуда там 5 фар-то? Ну ладно, чё, это, он, мы там его что-то закрыли. Извините, маркеру, о, вы здесь. Такого в следующий раз желательно не делать. Малой, с тебя новые фары. Я твой фанат. Прости! Одного прости будет мало, с тебя новые фары. Бери мою тачку, бери! Давайте проведу вам экскурсию. А, тачка, видимо, не понравилась реально. Ну давай, проведи по дому нам экскурсию с малым, с карапузом в подгузниках. Обалдеть! Двери открыли! А, все, короче, так. Дом у меня очень эксклюзивный, и вы вот сейчас его посмотрите, потом мне придется вас убить. А, что? Нас? Ну, чтобы вы никому не рассказали. А, кажется, малой уже сдох. Ладно, я тогда пойду, в общем, до свидания. Пока. Куда? Малой, ты остаешься здесь. Так, слышь, малого, не трожь нафиг. Малой мой. Ура!
уйди, я с ним. Ты офигел, что ли? Карапуз! Я тебя вырастил, между прочим. Кажется, малой понял, с кем он останется. Короче, ладно, давайте, покажите там свой дом, вот этот золотой, богатый. Мы посмотрим так, вы, и пойдем. Вы, по одному не ходите, ходите только со мной. А, ну хорошо, хорошо, хорошо. Малой, ты что, дурак, давайте, что значит... ли? Встал! Ладно, он там пусть валяется и фиг с ним. Давай покажу тебе просто гараж. А, гараж, гараж, ну давай. Точнее, подвал, гараж. Подвал, 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 давай, давай, давай. Давай заходим, подвал. А что с малым, у меня что-то происходит немножко, слышь? Ну давайте, он здесь, да, я так понял? Да. Нифига. А что это такое? Это мой зрительный зал, присаживайтесь. Какой зрительный... Деревянный концерт. Слушай, ну по факту, тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, не деритесь, пожалуйста, мальчики. В общем, дело в том, что, ну, реально странный какой-то подвал. А что это, для чего подвал здесь этот? Ну, чтобы у меня просто на концертах многие всегда просятся выйти. Вот я, короче, специально, чтобы далеко не ходить. Господи, я и не думал, что ты такой дурак. А ты настоящий вообще? Что, сомневаешься? Ну, конечно, сомневаюсь. Ну, какой настоящий артист, как Моргенштерн, сделает вот такое? Ты мне объясни. Я просто забочусь о своих зрителях. Че с пузом, кстати? Кстати, по факту. Че у меня с пузом? Ну а че оно торчит-то огромное такое? Макдоналдс любите, да? Пиво он любит! Это, кстати, точно, мы видели то, что вы собирали там пивные бутылки около своего дома, кажется. Да, это просто у вас земля такая плодородная, растет. Растет, да. Ладно, пойдемте тогда отсюда, фиговый какой-то сортирный зал. Гоу в задний двор! Ты давай, пожалуйста, так не выражайся, хорошо? Ок, прости. Быканул. Вот здесь и лежим в своих трусинах. Пойдем на задний двор. Он реально, извините, он просто очень часто теряет сознанку. У него просто перенервоз. Чё? Чё? А, извините, я, видимо, что-то перепутал. Ну ладно, в задах задний двор, в смысле. Бывает, бывает так. Да, вот смотрите, короче, здесь кухонька такая небольшая. Здесь, ну понятно, это все неинтересно, она тоже вся золотая, это все понятно, это все фигня. У всех, у каждого, у нас у всех в деревне такое есть. Ой. Я не понял, кто здесь фоткает? Это не он, это просто вам показалось, он себя фоткает. Селфи, 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 селфи. Ну-ка, малой, покажи, что ты там нафотал. Я первый посмотрю, ладно, просто... Надеюсь, вы там ничего секретного не фоткали, ну-ка покажи. Конечно нет, поверьте, поверьте, вот 100% не надо смотреть, не надо, не надо, не надо. Сори, это для коллекции. Да, он просто коллекционирует фотографии, вот, все, 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 все верно. Если это фото попадет в сеть, ну-ка быстро фотик вернул. Малой, ты че, это же мой фотик. Здесь я у соседа выкупил бассейн, ну ничего необычного, как бы с кем не бывает. Малой, ты куда? Сейчас я с ним разберусь. Ты че? Ты что под водой-то валяешься? А ну-ка, вставай, 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 вставай! Нам нельзя купаться в этом бассейне. Он, наверное, из чистого, я не знаю, чего он. Извините, все нормально, уже идем. Вы что там делаете? Замок смастерил. Пройдемте в гараж. Замок, ну да, классный. Малой, давай за нами! Что со мной? Я лодка! А сколько гаражей-то у вас здесь в этом селе в нашем? Да, всего лишь два. Ага, всего лишь два. Ох ты, ничего себе, вот это ядовитый скутер. Убери фотик, убери. Я не понял, малой. И там ничего нету, это был кирпич Nokia. Вот, возьми кирпич, если что, да, пойдем под прикрытие. Ты что там шепчешься, я не понял. Я шепчусь, это вон она шепчется. А мне показалось, что ты... Я богатый, ё! Че это он поет? Нет, это я богатый у ее. Ой, сори, обосрался. Малой, ты че себе позволяешь? Ну так что, покажете что-нибудь еще интересного, или мы пойдем уже? Просто времени уже дофигища, реально. А я так думаю, может быть, вы какую-нибудь песенку запишете? Песню записать? Вы нам сами предлагаете? Типа «Эль Проблемо», «Ламбо» или «Ферро», вот это вот, да? Нет, я думаю, нужно сделать пушку, новый хит. Пушку-гонку? Да. Тогда, конечно, давай, малой, я готов, давай запишем реальную песню с реальным пацаном Карапузом. Ты сейчас будешь на бэк-вокале, я буду на эйрлибах. А как там все правильно это, я правильно же, да, выражаюсь? Правильно, забрать у него фотик, потому что он опять меня фоткает. Какого опять фоткает, да, вот, малой, а я ему покажу, все, я его в раковину посадил. Все, пойдемте песню записывать скорее, я уже готов прям, а, полетели. Ух, прям будет сейчас реально пушка-гонка. А вы нас в сеть выложите, ну, чтобы мы популярными стали. Ну, если реально это будет только хит. Так, короче, смотрите, это моя...
Малой. Кстати, а что мы делаем-то в твоей спальне? Нафиг она нам нужна? А я что-то забыл. А куда мы шли? Мы шли песню записывать. Алло, Моргенштерн, ёлки-моталки. А, точно, нам сюда. Лаборатория профессора Штерна. Ничего себе. О, а Малой-то уже здесь, что ли? Ты что? Ты что делаешь? Ты когда успел? Хайпанем немножечко! Хайпанем, вставай, сейчас будем песню записывать! Короче, кто первый? Я! Ну, пускай Малой, а у тебя текст-то есть какой-нибудь? Да! Давай, скажи мне его! Текст для песни-то все-таки нужен! Я богатый карапуз, в рукаве моей есть туз! Ну, такая себе песня, если честно. На этой песне мы далеко не уедем, не хайпанем. Я, короче, придумал, вы включайте запись, а я сейчас в микрофон что-нибудь напою, давайте! Ну, погнали! Напердишь, как всегда! Че я не буду пердеть, иди отсюда нафиг! Сейчас будет. Давай, включай, Моргенштерн. Давай, готов. Раз, два. Запись пошла. Три, давай. У Влада все на серве, как надо везде. Ты что делаешь? Ты сдурел, что ли? Не, ну нормально получилось. Давай, своди там, записывай. Теперь я, давай. А что ты будешь петь? Ба-а-а-ба. А это он типа бэк-вокал записал. Ты же так же записываешь. Ну все, давай, своди трек-то уже нам. Я думаю, что-нибудь с этим можно сделать. Ладно, сейчас я приду. Давай. Все, он пошел трек сводить. Стоять, мелкий. Хватит его фоткать, он же сказал. Давай посмотрим, что у него тут за компьютером. Так, ну ничего интересного, Майнкрафт запущен вон. О, сундук. Я люблю Клаву Коку. Чего, Малой, это что такое? А ну не трожь. Ой, опа, вот черт. Я тоже люблю. Извините, кажется, это ваша, да, записка, да, забирайте. Этого никто не должен знать, это секрет. Все, песню сделали? Да. Так давай уже включай, ну я готов. Перепутал. Это что такое? What the fuck? Это не наше, Малой, это не наше. Давайте нормально уже, ну. Ты перепутал немного, просто я всем хиты свожу. Вот это я понимаю, музыкальный вкус, да, вот это получилось, песенка, вот это хит. А что, можно забрать, да? Нет. Точь? Отдам только за 30 тысяч лайков. 30 тысяч? Го за 35? Не, 40. Ты что, Малой, это ж нам лайки нужно ставить. Ну, точнее, не нам, а подписчикам. Ребята, помогите нам песню забрать. Вы что? Как это сделать? Это же дофига, 40 тысяч лайков. Нафига ты это сказанул? Сори, перепутал. 42. Ты что делаешь-то? Ребята, ну, попробуйте 42 тысячи лайков. Я не знаю, ну, нам нужна эта песня. И если вы хотите продолжение подобных роликов, подпишитесь на мой канал, чтобы их не пропустить. Посмотрите другой ролик. А мы с Малым погнали.